Virtu Ascent. Замена подложки клавиатуры. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике «Разбор Virtu Ascent». Отверткой отклеиваем вибромотор и часть шлейфа с микрофоном от подложки клавиатуры. Откручиваем винты, фиксирующие металлическую рамку с подложкой клавиатуры. Вынимаем подложку. Новую подложку прикладываем к аппарату и фиксируем винтами. Все, подложка клавиатуры заменена.